Всем привет! На интернет-канале Альбатрос Сантехника сегодня мы рассмотрим пластиковую дугу для труб 14-18 мм. Эта дуга предназначена для организации плавного изгиба под 90 градусов и надежной фиксации трубы в этой дуге. Итак, продемонстрируем, как это будет выглядеть. Для примера возьмем трубу 16 диаметра пластиковую с толщиной стеночки 2 мм. Вот такими нехитрыми движениями она туго, но без особых усилий заводится в соответствующие пазы, и мы получаем плавный изгиб под 90 градусов. Все просто и легко. Купить данную дугу можно в интернет-магазине Альбатрос Сантехники, заказав по соответствующим телефонам. Понравилось, было полезно, ставь лайк. Пока-пока.